3 сентября в России День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата была учреждена после трагедии в Беслане. Напомню, тогда в результате теракта погибло 334 человека, в том числе 186 детей. В Богоявленском храме Нарьян-Мара, так же, как и по всей стране, прошел молебен об умножении любви и искоренении ненависти. Церковнослужители и прихожане отметили, что у трагедии нет расстояния. Именно поэтому такие молебны проводят даже за полярным кругом. Смерть этих детей, этих людей, она не прошла даром для нас. Она не была каким-то промежуточным моментом нашей жизни. Она оставила в нас память о том, что может произойти, если мы разделимся.